первое утро сплава. Спустился вниз по течению метров 200-300. Иду по тропинке, по рогу, не помню название, то ли красивый, то ли кривой. Время 6 утра, 6-5. Пройдем по воде 20 километров, 5 или 6 порогов, все будет зависеть от свободных стоянок. Вчерашний день спокойный прошел, вчера прошли один порог, весь день в обучении и сборе. Вчера ничего не отснял, решил не брать телефон с собой на воду. Еще метра на три левее этого камня, потому что вас струя принести вправо. Он как бы треугольной формы вверх поднимается. Наша задача по диагонали, такой, чтобы мы преодолели центр, пройти слева этого каменного сруба достаточно близко к нему. Ну что, Серег, ты готов? Да, белка, как всегда, не успевает. Давай, белка, включайся уже. Белка, давай в колесо. Прошли два порога подряд. И Шиверу. И ребятки вот самые опытные проскочили. Остальные вот застряли себе. Все назад! Не проходим! Андрей гид посмотрел, что там дальше. Будем возвращаться. Грамма в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти. Повезет в любви. Благородие. Грамма в сердце, постой, не зови.